Так, народ, сегодня у нас еще вот такая вот посылочка. Ну, упакована она у нас в пенопласте. Ну, немного помятая. Немного. Но тем не менее. Это должен быть экран от HTC 516. Давайте откроем, посмотрим. А, это у нас набор для установки. Давайте его сначала посмотрим. В него у нас входит вот такая вот липучка. А, как я... Вот липучка уже отвалилась. Ну, это на железо. Дальше у нас идет вот такой вот пластиковый треугольник. Как я понимаю, их таких два, только один с... кружком посередине, а другой без сета, чтобы разглаживать его, скорее всего. Далее инструменты для извлечения, пластмассовые. И две отверточки. Одна крестовая, а другая у нас шестигранник, вообще-то минимальный размер. Так, далее просто пупырышки. Такая вот у нас рекламка. И сам экран. Вот такая вот у нас этикеточка дополнительная. Повсюду штрих-коды разные. Надо будет потом забить, посмотреть. И вот он, сам экран. Такая вот аккуратная упаковка. Народ, в принципе, я доволен. Вроде целый, но это пузырьки под пленкой, не обращайте внимания. Давайте сейчас его сравним с разбитым. Такой, ух ты, народ, кстати, это же сразу уже с установленным сенсорным стеклом. То есть учтите, отдельно заказывать не надо. Вот он, вот она разбитая матрица, вот она новая матрица. Надписи, конечно же, разные, хотя, в принципе, похоже. И спереди новое стекло. Нужно будет его, наверное, либо разобрать, либо что-то делать. Посмотрим, как оно у меня установится. Но работает или нет, я уже напишу в комментариях под видео. Но, в принципе, вот такая посылочка. Брал я ее за 1530 рублей. Шла она у нас рекордная 15 дней. 15 дней назад я оплатил заказ. И за 15 дней, вот сегодня 15 день, пришла посылка. Заказывал на AliExpress, ссылка на товар в описании, ссылка на меня ВК в описании. Спрашивайте, задавайте вопросы. Всего вам наилучшего.